Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир и канал «Китай стал ближе». Сегодня у нас на распаковке очередная посылка из Китая. И здесь у нас три костюмчика. Три костюмчика для маленького ребенка. Трек номер отслеживался, посылочка оценена в $2. Посылка пришла неповрежденная. Здесь опять проклеено скотчем. Не знаю, здесь проклеивали или на таможне, или сам отправитель, но проклеено скотчем. Давайте откроем и посмотрим, что же нам пришло. Вот такие вот три встречают нас костюма. Встречают три такие костюма. И давайте распакуем и посмотрим. Итак, немного подзарядились и продолжим. Значит, три костюмчика у нас пришло. Размеры 90, 100 и 100. Какие именно заказывала супруга, я точно не знаю. Но давайте распакуем и посмотрим, что же у нас за костюмчики. Начнем вот с этого. Начнем с синенького. Не пахнет, отлично, уже мне это нравится. Значит, идет футболочка вот такая с капюшончиком. И вот такие вот легкие штанишки. Классно, вообще офигенно, легенькое, на лето прямо супер. Бегать на лето или дома бегать. Очень хорошее качество. Очень хорошо все пошито. Ну, как всегда, есть минусы, торчащие ниточки, но это, я думаю, решается просто подрезанием этих ниточек и все. Вот такие портки. И вот такая вот футболочка. Футболочка у нас с лейбликом, с бумажечкой. Написано, что у нас написано, стирать при 40 градусах, гладить можно. Состава я не вижу. Вижу размер. А где состав? Ну, на ощупь вроде бы как хлопок. Но вот минус, нету в бумажке состава. Что за состав входит в эту вещь? Так, один костюмчик, такой синенький, второй костюмчик, вот такой вот серенький, это у нас соточка, да, она чуть-чуть побольше, тоже с капюшончиком, и здесь уже написано Made in China cotton, ну то есть хлопок. Тоже не пахнет, тоже все хорошо прошито, торчащая вот здесь ниточка, где заканчивается шов, и штанишки. Ну, в принципе, они все одинаковые, давайте еще распакуем черный тоже соточка костюмчик. Когда он подрастет, то обязательно сфотографирую и выложу, а этот костюмчик... Эти костюмчики все без веревочек, а вот этот вот костюмчик, капюшон с веревочками, видите? То есть не совсем они одинаковые. Давайте еще раз посмотрю повнимательнее. Да, этот без веревочек, этот тоже без веревочек. А вот этот вот костюмчик, он с веревочками, видите? Вот так вот. И он тоже соточка, и вот такой вот классный. Ну что, сразу не пахнет, значит хороший материал, ну может быть не хороший материал, но по крайней мере сделали так, чтобы он не пах, проветрили, какой-то другой краской покрасили, ну и самое главное, что он все-таки не пахнет. Значит, вот так вот пришли вот такие три костюма, кому-то, если вдруг заинтересовало, ссылочки будут в описании, обязательно переходите, обязательно смотрите. А с вами был Владимир, был канал «Китай стал ближе», были три вот таких вот замечательных костюма. Кому понравилось, переходите, покупайте, качество хорошее.
Не знаю, как поведут себя после стирки, но выглядит очень-очень хорошо. А на сегодня я с вами прощаюсь. Нажимайте колокольчик оповещения, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.